Автомобильный холодильник итальянской компании Indelbi модель TB18. Очень легкая и компактная модель компрессорного автохолодильника. Питание от прикуривателя 12 или 24 вольта. Дополнительно можно приобрести адаптер для питания автохолодильника от сети 220 вольт. Способен работать в условиях сильной жары, создавая температуру внутри до минус 18 градусов. Полезный объем 18 литров. Есть камера охлаждения и камера заморозки. Понятная и простая панель управления. Установлен надежный и экономичный компрессор SECOP. Оснащен регулируемым плечевым ремнем. Внутреннее светодиодное освещение. Установлена система защиты аккумулятора автомобиля от полной разрядки. Испаритель защищен алюминиевой поверхностью, что предотвращает его случайные повреждения во время движения. Отлично работает в условиях постоянной тряски и выдерживает наклоны до 30 градусов. Потребляет мало электроэнергии. Гарантия на автохолодильник 3 года.